Очень голодная гусеница. На зеленом листке при лунном свете лежало крошечное яйцо. В воскресенье утром пригрело солнышко, из яйца появилась гусеница, очень маленькая и очень голодная. «Чтоб такого съесть», — подумала она. В понедельник она насквозь прогрызла одно очень большое яблоко, но не наелась. Во вторник она прогрызла две груши, но опять не наелась. В среду она прогрызла три сливы и все равно не наелась. В четверг ей удалось прогрызть 4 спелых ягоды клубники, но этого оказалось мало. В пятницу ей досталось 5 апельсинов, но ей все равно очень хотелось есть. В субботу она прогрызла пирожное, мороженое, соленый огурец, ломтик сыра с дырками, кусочек колбаски, леденец, кусок вишневого пирога, сардельку, кекс и кусочек арбуза в придачу. Вечером, конечно, у нее очень разболелся живот. На утро снова было воскресенье. Гусеница прогрызла сочный листочек, и ей, наконец, стало легче. Теперь это была уже не крошка-гусеница и не голодная гусеница. Это была огромная, толстая, сытая гусеница. Огромная гусеница сплела возле себя домик-кокон и просидела в нем 2 недели. А потом прогрызла в коконе дырку, протиснулась наружу и оказалась чудесной разноцветной бабочкой. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые интересные видео. До новых встреч! Пока-пока!